К слову о том, что за моей спиной. Когда у нас везде карантин, мы видим, что народ спокойненько ездит. То есть это называется... Я даже не знаю, вот вместо того, чтобы сделать грамотный сюжет, да? То есть да, извините, подвиньтесь, но аптеки у нас не в состоянии вас обеспечить медицинскими препаратами. И тогда вы уходите на карантин. Но когда начинается вот эта всякая бредятина, получается, да? Кто-то сидит дома через... Ну, это такой смех, ребята. Такой же смех. И у меня такой же смех, когда мы говорим про нашу партийную систему. Сейчас нам говорят, что у нас проблемки. Какие? Какие у нас проблемки? У КПРФ, естественно, да-да-да. КПРФ вызывает пенсионеров. Да мы не вызываем пенсионеров. Вы знаете, почему мы их не вызываем? Потому что пенсионеры помнят то самое время, когда наши были магазины качественные, классные. Да, в которых все реально покупалось. А не эти сидеяки, в которых доезжать-то по сути нечего. Да, было одно, ну, два пива. Ну, лучше одно пиво, которое через 7 дней сдыхало. Это было классное пиво, да. Было три бутылки водки и бутылка рома. А сколько сейчас того говна в магазинах? Да обосраться, полное говно. Было качественное мясо. Была хорошая рыба. Ну, это ладно, слава тебе, Господи, хоть сейчас, хоть рыбу мы научились продавать. Да-да-да-да-да. Вот. А колбаса-то какая была вкуснейшая. Две штуки было всего. Ну, и еще ливерная была. Вы тогда не знали, а ливер это очень, тоже вкусная штука. Мне она очень нравится, естественно. Да и хватит. А, ну еще молоко было. То же самое. Через два дня оно уже прокисло. Вы забыли. А вы забыли. Нет, не забудьте. Я вам это говорю, я это помню. Потому что я из Советского Союза. И когда вам начинают говнюки 36-летние втирать, да посмотрите, что это за говнюки. Они даже не помнят Советский Союз. Они этого просто не помнят. А я помню. Я помню. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы туда вернулись. Теперь возникает другой вопрос. Да? Возникает вопрос... Достаточно простой. Вот. А насчет выборов. Давайте все-таки определимся. Когда у нас вообще были выборы? Да никогда мы ничего не выбирали. Потому что даже когда был царь. А вы не помните, так я вам сейчас напомню. Всю жизнь, когда мы смотрели про царя, Советский Союз еще тогда было, все говорили: Боже, царя храни. Храни его, Боже. Две фразы из начала куплетов. А дальше что было? Царствуй на славу нам! Вы не понимаете? Ага, вот тогда так оно и было. Но мы все равно их не убирали. Не было у нас такой ублюдистой демократии. Потому что демократия у нас всегда была. Советская Союз всегда была. Фу, я прекрасно знаю, как нам люди отдавали. Это-то точно было. Ну и разумеется, если у нас президент, ну почему бы... Вообще надо вообще выкинуть всю эту чеботуху, да? Он пускай будет. Наше единственное правило, правило всех взрослых людей, у которых больше 60, которые приближаются к 60, которые уже перешагнули порог 45-летия. Ребят, ну сколько хватит воровать-то, а? Я сейчас объясняю ситуацию. Если был бы Андропов, было бы еще все интереснее, мы бы даже еще Китай дали просраться. Но почему-то его не стало. А жалко. Хотя, в принципе, тоже надо было о чем говорить. То есть зачем ставить человека с больными почками? Ну, где голова-то? Выдвинули этого говнюка, блин. Мне он чем-то нравился, да? Хотя чем? Если честно, до 85-го года я и не знал, что у нас когда-то был Сталин, понимаете? Ну, не знал и все. Не знал просто, и все. То есть пятый класс, я не знал, кто такой был у нас Сталин. А потом вот этот дивножоп начался, блин. То есть его выбрали, типа, помирись с Америкой. Ой, как он хорошо помирился, да-да-да-да-да. Этот помирился, а Ельцин все и пропил. Ну, суки. А других слов у меня уже нету. Уже поставили нормального человека. Да я не против Владимира Владимировича Путина. Я против тех людей, которые его окружают. Владимир Владимирович, у вас также есть интернет. Вы просто посмотрите, о чем думает народ.
Да я не против миллиардеров. Хотя, кстати, вот, вот у нас есть отличный миллиардер. Виктор Филиппович Рашников. Я так занимаю и думаю о чем. То есть вопрос достаточно простой. На тот свет как-то с миллиардами же не унесешь их, правильно? Да и как бы вы появились без миллиардов. То есть харе, ребят. Все, хватит. Теперь начинать надо делиться. Понимаете, о чем я говорю? А если вы хотите свалить за рубеж, во-первых, все бабки должны быть. В России тут даже вопросов не должно быть. Во-вторых, если вы хотите свалить с России, ну, миллиардеры, харе, будете миллионерами. Вот вам 10 миллионов, и вперед из песни. Вам 10 миллионов, во, хватит на всю оставшуюся жизнь, поверьте мне. А все остальное в Россию. Именно так живет и Китай. К слову, про интернет же, естественно, да? Я посмотрел внимательно. Есть такая штука, называется Maps Google. Ну, зарейте, посмотрите. Возьмите любой китайский город, а потом сравните с городом российским. То есть вокруг каждого российского города эти вот поселочки. Ребят, если честно, я работаю спокойно. Я пытаюсь заработать деньги. Мало того, лечение, которое мне оказывает город, половина спасибо вам отдал комбинат и город, естественно. Большей части город, естественно. Комбинат отдал мне всего 50 тысяч рублей. Ну да, ну бывает, что ж. Видать, настолько я поработал 7 лет или 8 лет, будучи личным оператором Виктора Филипповича Рашникова. Ну хорошо, и то спасибо, и то спасибо. Я не могу дом свой построить, понимаете? Я не могу его построить, потому что нету денег просто. А дома-то растут. Я говорю со всеми обыкновенными товарищами, горожанами. Есть ли у вас деньги на свой дом? Нет, нету. Единственное, что может быть хватить, это на, ну, сад. И то неплохо. Потому что если бы не сад и не огород, я бы, наверное, вообще бы не жил. Потому что жрать-то нечего. Качественной еды-то нету. А я ем только качественную еду, которую сам выращиваю. Вот и все. Ребят, давайте все-таки обратимся к нашим правилам, да? Я не против, если человек скажет, хватит воровать. Я даже не против того смысла жизни, который нам показывает. А нам показывает смысл жизни о том, что коммунизм и самое главное в Конституции – это здоровье нации. Обратите внимание, вот залезьте на bbc.com. Там на русской страничке есть вам диаграмма, сколько людей болеют вот этим коронавирусом. Обратите внимание, подумайте, что даже если мы будем говорить про Китай, а население Китая в 4 раза превышает население Соединенных Штатов, ну вы подумайте, да, как они лечат? Они лечат просто замечательно. И это Китай, где коммунизм. И это Куба, где коммунизм. И если вы еще раз и голову свою включите и вспомните о том, что Советский Союз когда был, были страны Варшавского договора и же с ними. То есть КНДР, Вьетнам, да-да-да-да-да, Камбоджа, Ангола. Обратите внимание, где эти страны и где страны Варшавского договора. Они, грубо говоря, на 20-м месте, даже на 30-м месте после этих дивных, вау, капиталистических стран. Вам это нужно? Да никому это не нужно, ребятки. Верните нам Советский Союз. И если честно, мы придем и это сделаем. Начнем с нашего городского собрания. Вы представляете, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Потому что за последние 5 лет, ну сколько, 4 года, да? Я когда обращался к ним, никто мне не помог. А это нужно? Нет, это не нужно. Это им не нужно. Это им не нужно. Им надо вот строить вот это, вот это. То есть, я сейчас объясняю суть событий. То есть, у нас типа карантин. Типа карантин, потому что у нас типа нету медицинских препаратов, потому что это естественно. Но вместо того, чтобы это, об этом сказать, мы сделали немножко все по-другому. Через жопу, естественно. Представляете, вот там, вот там, вот там. Это все торговые центры. Нет людей. Раньше вместо этих торговых центров были метизный завод, калибровочный завод, ну, комбинат, естественно, фабрики швейные, обувные. Да люди там работали, представляете? И вот уже потом, я сейчас ничего не буду говорить, ну, потому что по времени нету смысла вам это дело говорить, но в 6 часов, да, естественно, тут будет не проехаться.
Ну а так, вот так и должно быть. Есть люди, которые перемещаются, есть люди, которые ходят. Так и должно жить. И мы к этому делу обратимся. И мы это дело вам покажем. Не верите? А мы вам покажем.